Киев приехал премьер-министр Польши Дональд Туск. Это его первый визит в Украину с момента назначения на должность в декабре прошлого года. Дональд Туск вместе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем уже возложили цветы к стене памяти павших защитников Украины. Также в планах польского премьера встреча с президентом Владимиром Зеленским. Напомню, о намерении посетить Киев Дональд Туск заявлял еще 28 декабря 2023 года. Целью поездки должен был быть вопрос блокады украино-польской границы. Также политик заявлял, что в правительстве Польши не может быть места антиукраинским настроениям.